Всем привет! Сегодня хочется обсудить аксессуары, которые сделают ваш образ стильным. Ну что, любители сложных форм, ликуйте! Настало ваше время! Итак, на что же обратить внимание? И первое – это цепи, и чем больше, тем лучше. Не только в качестве аксессуара на шею, либо же браслетов, а также в качестве ремней и полноценных бодичейнов. И не бойтесь смешивать разные размеры и разные цвета материалов. Второе – это широкие и массивные браслеты. Носим их не только в качестве цепей, но также мы можем использовать жемчуг, либо же какой-либо другой материал. И, кстати, носим их не только на запястье, но также и на предплечье. Третье – это серьги в винтажном стиле, а лучше и вовсе винтажные. Это и необычно, и экологично. Двойное бинго. Заодно и рынок винтажа поднимете. Следующее – это вычурные крупные серьги. Только обратите внимание, что для этого у вас должна быть идеально гладкая кожа или же филигранно нанесенный макияж. Потому что такой аксессуар привлекает все внимание к лицу. Пятое – это чокер. Если же вам очень нравится линия вашей шеи и вы хотите привлечь к ней внимание, чокер – великолепное средство для того, чтобы добиться такого результата. Следующее – это кольца. Еще больше колец. Обожаю. Кажется, этот тренд создавали специально для меня. Они могут быть широкими металлическими или же тончайшими, украшенными маленькими камнями. Они могут быть из бисера, либо же из пластика. Носите все и сразу, и чем больше – тем лучше. На этом все. С вами была Мария Романова. Помните, ваш внешний вид отражает то, как вы к себе относитесь.